В лагерь Ярослава и Вероника Жалины едут впервые. Будут в разных отрядах, но это ребят не пугает. Прежде всего, планируют накупаться вдоволь, но при этом обещают не забывать инструкции, полученных от родителей. Чтобы далеко не заплывали. И все? Или еще что-то рассказывали? Чтобы не отходили от третьего вожатого. Инструкций гораздо больше, признается мама ребят Татьяна Жалина. Обычно дети отдыхали вместе с родителями. В этом году классный руководитель предложила получить путевку бесплатно. Семья Жалиных относится к категории социально незащищенных. Кроме того, Ярослава и Вероника – одаренные дети. Неоднократные призеры, спортсмены и музыканты. Хотелось первый раз вот так отпустить их самостоятельно, чтобы, даже не знаю, как там, дешевле, не дешевле, чтобы самостоятельно отдохнули, знали, что такое самостоятельно, без родителей отдыхать. В первую столицу за маленькими постояльцами приехали их будущие вожатые. Около 500 детей разместят в двух лагерях объединения «Жемчужина Черноморья» в Одесской области. Именно эти учреждения выиграли тендер от Харьковской облгосадминистрации на оздоровление детей. Лагеря полностью готовы к приему первой смены. Работать с малышней будут не только вожатые, но и тренеры-психологи. У нас очень интересная программа в этом году, потому что есть у нас фото-видеостудия, где детей будут учить фото-видеосъемки, как это правильно делать. Они будут пробовать себя в плане корреспондентов, буду тоже снимать на камеру. В этом году география бесплатного детского отдыха ограничится лишь морским побережьем. Путевки в Карпаты оказались для областной администрации слишком дорогостоящими. В общей сложности на Черное море поедет 4000 детей, по 2 на Херсонскую и Одесскую области. Все это дети незащищенных категорий. В этом году к ним прибавились ребята из Балаклеи и талантливые дети. На детский отдых область выделила 48 миллионов гривен. Мы брали лагеря, которых есть качественная оздоровление, при этом невысокая цена. Наша задача была оздоровить максимальное количество детей, при этом, чтобы лагеря были комфортные, доступные, и оздоровление прошло на самом высоком уровне. Соотношение цены и качества укладывается в сумму от 5 до 7 тысяч гривен. Причем за 7 тысяч ребенка можно отправить уже в учреждение санаторно-курортного типа. Это минимум, который придется выложить тем родителям, дети которых не относятся к категории незащищенных. Сэкономить можно на закупленном времени, говорят чиновники. Не обязательно выкупать 21 день. Сейчас можно оплатить и 10. Бесплатные же категории еще предложат Азовское море и Харьковскую область. Тендерные процедуры по этим лагерям еще продолжаются. Оксана Нечипаренко, Михаил Воронков, агентство телевидения «Новости».